Всем привет! Вы на канале Фантастик Рулик Вай. Сегодня мы будем проверять вот эту горку. Она должна быть пожирателем. Ну, идем проверим горку пожиратель. А как мы ее будем проверять? Я сниму конфетку. Ну, давай. Ну вот, а еще есть конфетка? Давай еще раз, я же не успела заснять. Она не съела ее. А давай еще раз проверим. Давай. И что мы видим? Что конфетку у нас никто не съел, да? Что-то еще будем проверять? Денежку. Какую денежку? У тебя есть денежка? Только недорогую. Недорогую? Одна гривна. Вот монетка. Тоже ее никто не съел. Она остается у Жорика, как запас. И куда мы едем? Ты видел, что они стеклянные? Да. И ты в них отражаешься. Итак, Жорка у нас оккупировал полностью эту качель. Ты будешь хватит. Спать на ней? Хватит. Хватит? Почему? Ты будешь спать? Нет. Зачем? Я тебя слушаю. Может, эта горка пожиратель, но она спит. Ну и будешь кататься на ней? Нет. Почему нет? Она спит, но я не хочу. Она может меня В молодежном парке города Харькова есть вот такая вот игра, где нужно бросать кубик и ходить по полю. Вот Жорик уже стоит на 92-м месте, а я стою на 17-м. И мне выпало число номер 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я остаюсь на 23-м. Итак, Жорику у нас выпал номер 4. Итак, и Жорик перебирается на 96-ю. На 96-ю. А я все еще стою на 23-м. Кто же выиграет в этой игре? Так, у Жорика вышпала цифра 1. И кто у нас победитель? И Жорик победил. Вот такой вот аппарат. Экскаватор, который поднимает песок. Будут прыгать целых 30 минут. Жорик, как дикое животное в клетке, прыгает и бесится на батуте, чтобы потом всю ночь спокойно спать. Где он? Жорик нашел себе теперь уже компанию. Будет он так прыгать здесь 30 минут. Мы с ним договорились. Договорились, что если он будет прыгать меньше, он будет возвращаться и прыгать заново. Ну, хоть с какой-то горки Жорик все-таки покатался. Это оказалась не пожирающая горка. На ней кататься можно спокойно. Горького,
Первая площадка была закрыта, а вторая открыта. Посмотрим, есть горка получается или нет. Вот такая горка. Вот такая площадка. Но на этой стороне не видно. Но с обратной стороны есть горка, которая закрученная. Вот такая здесь есть большая горка, где можно забраться на самый верх и потом вот так вот спуститься по трубе вниз. А, но Жорка уже спустился вниз. А, спустил конфетку. Конфетка выехала, значит, горка не пожиратель, и на ней можно прокатиться. Жорик, поедешь с горки? Нет. Почему? Спускайся. Жорик, а с большой будешь ехать? А ты его спустил с горки, Жорик? Вот он, смотри, он выехал. Так что давай, Жорик, спускайся. Смотри, все ребятки спускаются. Смотри, как им интересно. Смотрел. А игрушка, Жорик, вот здесь. Я хочу просто кушать сюда игрушку. А кушать ты не будешь сейчас? Вот, посмотри. Какая игрушка мне попалась. Опа. Ну-ка, доставай игрушку. Жорик, эту игрушку оставляем или берем другую? Нет, смотри. Я знаю. Оставляем, здесь же есть. О, вот и Джерри. Вот Джерри. Эту игрушку оставляем или другую просим? Эту оставляем. Если будет еще, то еще. Вот он. Довольный. Классная горка. Теперь, я думаю, это его самая любимая горка, и он скатится тут еще не раз.